Неожиданный сюрприз устроили для детей Быково-Трогского муниципального образования сотрудники Блоковского филиала АО «Апатит». В разгар каникул, которые омрачил коронавирус, ребятишкам вручили сладкие подарки. По всем селам Быково-Трогского муниципального образования мы развозим детские сладкие подарки для многодетных семей, для малоимущих семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, либо есть опекаемые дети. Сладости, которые не тают. Это зефир, это мармелад, дрожже. Мы решили сделать именно такие сладости, которые бы принесли радость. Это мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Мы вместе», к которой присоединились работники ФосАгро, и в городах присутствия предприятий компании финансово поддержали врачей, волонтеров, ветеранов. И после этого решили удивить и детей, которые тоже в некотором роде страдают из-за пандемии. Наши дети сейчас остались без полноценных летних каникул. Сейчас очень много учреждений закрыто. И для того, чтобы как-то исправить ситуацию, поднять ваше заслуженное за весь учебный год настроение, мы решили свою акцию «Мы вместе» продолжить еще одной акцией. Мы назвали ее акцией «Сладкий подарок». Вручение вкусных подарков – это очередной этап благотворительной акции, который вернул детей в атмосферу новогодних праздников. Тем более, что пакеты со сладостями собирали по соседству с резиденцией зимнего волшебника. Вологодская фабрика кондитерская делала. Просто вот это родина Деда Мороза. Вот. Ну а кто еще сладкие подарки дарит, кроме как Деда Мороза? Депутаты Совета Быково-Трогского муниципального образования, которые также являются работниками Балаковского филиала АО «Апатит», в этот день и правда почувствовали себя новогодними волшебниками. На вручение многие ребятишки пришли вместе с родителями, и летний новогодний сюрприз оценили даже взрослые. Они благодарили за внимание компанию ФосАгро, которую в селах Быково-Трогского муниципального образования знают и дети, и их родители. К примеру, в Маянге поддержку предприятия можно увидеть повсеместно. Дочь, сейчас она пришла в 10 класс, она у нас занимается греко-римской борьбой. ФосАгро очень хорошо помогает и поддерживает это. Начиная с 2016 года в селе Маянга было реализовано 4 крупных проекта. Начиная с реконструкции и восстановления дорог сельских, была установлена детская площадка буквально рядом с клубом. В здании школы оборудованы и действуют секции бокса и зал греко-римской борьбы. В этом году начинаем строительство футбольного поля. В эти дни подарки от ФосАгро получили не только более 700 сельских ребят. Маленькие жители Балаковского детского дома, которые сидят на самоизоляции аж с марта, теперь могут плескаться в бассейне, который привезли представители предприятия и установили на лужайке перед домом. И без сладкого шефы этих детей тоже не оставили. Так что самые настоящие каникулы в разгаре.